очень символично. Я на самом деле очень благодарен Игорю с Наташей, что они создали такой дом. И вот этот Новый год, вот эта суета предновогодняя, все куда-то бегут, все такие уставшие, замученные. И вот знаете, такая ассоциация, как будто дети уставшие, какие-то там с какими-то проблемами, с синяками, с мокрыми штанами, с носом сопливым, все пришли в этот дом. И вот есть мама и папа, да, Игорь и Наташа, которые этот дом создали, да. И это новогодний праздник. И вот я не знаю, как другие мастера, но я на вас смотрел иногда как на сопливых детей. У которых свои проблемы, которые пришли, вот у меня санки там сломались, у меня там ноги промокли. Я уже не первый раз просто благодаря ребятам на перезагрузке, и я понимаю, что все у вас будет хорошо. И поэтому, знаете, такая вот улыбка, такая радость, что... Сейчас тебе вытрут нос, там, тебе там дадут яблоко, еще чего-то. И вот это, вы знаете, вот возвращение домой, перезагрузка, это значит семья, знаете. И вот я знаю, что просто вот пришли родственники, пришли родственные души, в разных образах, в разных там возраст, разный пол. Но это все родственники, это такие маленькие дети, немножечко кто-то заблудился, кто-то что-то потерял. И вот мы пришли, и вот это вот пространство, вот этот дом, вот этот праздник, вот это тепло, уют, любовь. И все как бы раз вы собрались. И кому-то вытянули нос, кому-то там подарили какой-то подарок, и все получили вот это состояние любви, счастья, покоя. Сейчас все одеты, умыты, все радостные, все с подарками. Да, и вот именно вот перезагрузились благодаря вот этому состоянию. И каждый что-то внес в это. Я желаю счастья вам и желаю, ну как напутствие такое, запомните это состояние. Вы пришли домой. И для этого не надо ничего делать. Это несложно. Просто посмотреть внутрь себя, поймать вот это состояние, вспомнить его. Да? И когда вы с этими подарками наполненные, радостные, счастливые, чистые, энергичные, вы придете в этот мир, в другой мир, да, который будет у вас дома, в вашей стране, то делитесь этой радостью. Потому что это как лучи солнца. Делитесь подарками, делитесь состоянием. Мы как лучи солнца. Мы заряжаемся и распространяем все вокруг. И если что-то у вас будет, какие-то мысли, что-то, какие-то настроения, вы сразу вспоминаете, что вы уже дома, что вы уже наполнены. И возьмите на себя небольшую ответственность, что вот плохое настроение – это то состояние, которое вы распространяете во весь мир. То есть давайте сделаем именно мир счастливым, именно мир спокойным. И неважно, виноват там кто-то, не виноват, какая-то ситуация, справедливо, несправедливо. Давайте на это забьем, на эту справедливость, несправедливость. И просто будем дарить вот эту любовь, вот это состояние, которое... Я всем вам желаю счастья, любви, всех люблю. Спасибо вам большое. Спасибо.